Вот ты посмотри! Опять сидит за компьютером играет. Мать чё сказала, в комнате прибраться. Да Батёк, выходной сегодня, успею я. Ага, знаю я тебя. С работы приду, чтоб чисто было. Фу, наконец-то ушел, надоел, блин. О, ё! А, ладно, само высохнет. Так, я не понял, почему еще не прибрано? Я что, не ясно? Ты посмотри, еще не спит. Малой! Я не понял, какой спать? Быстро за уборку! Малой! Малой! Батёк! А, вышибу! Не понял? Батёк, я тут как-то в игре оказался. О, в смысле? Ты как туда залез? Не знаю, я сидел, играл, и хоба! В игре оказался. Ты чё, разыграть меня решил? А ну вылазь, кому говорю. Да Батёк, я не могу. Я серьезно не знаю, как здесь оказался. И вообще, вытаскивай меня отсюда. Так как я тебя вытащу-то? Не знаю, может миссию надо какую пройти. Батёк, смотри, здесь волк стоит. Чё? Какой еще волк? Какой-какой? Игровой! Садись быстрее за компьютер и убегай мной отсюда, пока меня он не сожрал здесь! Так, понял, не кричи! Куда бежать? Да беги уже быстрее куда-нибудь! Все, не ругайся, сейчас спасем твою задницу! Батёк, я, конечно, все понимаю, но мы можем бежать не в стену, а по полю какому-нибудь или хотя бы по лесу. Да сейчас, я еще с управлением не разобрался! Не разобрался он, давай уже как-то разберись. Батёк, ты куда? Малой, ты там жив? Живой. Ты чё наделал? Смотри, сколько у меня жизни осталось. Срочно иди корову какую-нибудь или овечку, её нужно сожрать. Чего? Ты же не ешь мясо. Не ем, а по-другому в этой игре никак жизнь не восстановить. Придется есть, что делать-то. Ладно, понял тебя. Корову так корову! Ты крапятина! Я только что куском земли замочил корову! Что за игра такая? Классная игра, что тебе не нравится? Так, ну все, жизни восстановили, идем дальше! Батёк! Ну ты серьезно? Извиняюсь, я же говорю, с управлением еще не разобрался! Так, куда бежим дальше? О, а побежали к Сереге домой, а? Побежали? А он знает, как тебя отсюда вытащить-то? Возможно, знает. Он дольше меня в Майнкрафт играет. Батёк, а ты куда меня понёс-то? Как куда? К Сережке? Чё? Не надо меня никуда нести. Поставь на место. Я говорю про игру, он в неё тоже играет. А, понял. Так, теперь беги вон туда вот, он там живёт. Понял. Серега, выходи. Блин, походу нет дома. Походу на улице где-то гуляет. И что делать будем? Давай без спросу зайдем. Может у него дома подсказка какая имеется? Ну давай посмотрим. Батёк, а ты зачем стену сломал? Ну дверь сам видел, не открывалась. Я решил прямиком зайти. Угу, круто. Минуточку внимания. Ребята, вы наверняка все в курсе, что у меня есть свой телеграм-канал. Туда я выкладываю различные новости, короткие всякие видосики и многое-многое другое. Но большинство по непонятным причинам до сих пор не подписано. Надо это исправить. Также у меня есть второй YouTube-канал. Туда я снимаю без маски. Да, вот так вот мое лицо выглядит, без маски. Поэтому, если ты хочешь больше контента, залетай на вторую страничку и подписывайся. Ссылочки находятся в описании. Все, больше не смею вас отвлекать, смотрим. Серега! Блин, похоже реально где-то гуляет. И подсказок у него здесь никаких нету. И что дальше предлагаешь делать? Вот теперь точно даже не знаю. Оставлю Сереге досок немного, а то обидится, что я у него дом поломал. Вот, так-то лучше. О, Батёк, а может ты меня из розетки выключишь?
Из розетки? Чё думаешь, получится? Ну, не попробуем, не узнаем. Тоже верно. Малой, сработало? Малой! Ясненько. О, блин, я все еще в игре. Получается, не сработало. Да. Точно, ёшки-матрёшки. Клин клином же вышибают. Надо, чтобы тебя током снова дернуло. Не, батёк, в игре такого нету. А давай я тебя вживую дерну. Чё? Ну, током тебя вживую шибану, а вось сработает. Не, батёк, ты чё, глупая идея. Не надо. Да не ссы ты, терять уже все равно нечего. С Богом! Вот ты паразит, посмотри, а! О, очухался! Я тебе чё сказал, чтоб к моему приходу было прибрано? А это чё? А я, батёк, прикинь, в игре оказался! Чё? Так, всё понятно! В игре он оказался! Месяц без компьютера! Фу, вот это реалистичный был сон! Похоже, и правда пора прекращать на компьютере играть! Вам хана, задроты! На телефоне же никто не запрещал!